видео. Да? Потому как я сейчас звук вылупил вообще. Я уже запутался, а кто на чем играет? Я не знаю, кто на чем играет. Короче, на куда надо выходить? Звуки то появляются, то что хотят, то уже. Ну вот звук. Видишь, это звук, да, так я звук, что ли? Ну так ты играешь. Ты... Да она не работала, что играю. Вот смешной какой-то. Thank you.
она фиксирует сама. Thank you.
Пили рыб. Что там у тебя? Так, блядь, снял крышку, блядь. Когда в Сочи ехал, да. Во время Олимпиады, блядь, меня там заебали. Я все взял с крышкой, посмотрел. Куда-то, блядь, я дел, куда не могу эти поставить. Если на руках держу, блядь, нагревается хуйня. Печет ногу, блядь. Согревает ногу. А что еще и греется? Так, довольно круглая катушка. Довольно как током мне было, может? Нет, довольно нормально нагревается. Сюда надо вентилятор маленький поставить. Да пульт, блядь, издают всякие звуки. Это так, я еще не понаходился, посидеть с ним, поковыряться, он, блядь, может еще издать всяких звуков до хера. Чего ты его пультом называешь? Частоткой? Микро называют. Это обыкновенный пульт, а вот это все эти звуки, они за счет чего и работают? Просто за счет тонировки? За счет того, что, блядь, там два канала наебнулись, вот они издают вот эти звуки все. А четыре нормально. Так вот она тайна, да. Где зарыта. А четыре канала, как обычно, ну как обычно, микшер, блядь, работает, все, ничего не нужно. А эти два вот первых, ага. Они издают какие-то, блядь, тут их надо посидеть, покрутить. Ну они сошли с ума, их не надо трогать. Ну, больных людей не сдать. Где больные пульты. Просто вот так болтался шнур. Короче, когда я на западном там жил на квартире, болтался шнур, блядь, вот джек вот так, от него он работал, блядь, включенный, блядь, вот этот джек вот так на батарее, блядь, хуяк, такой щелчок, раз один канал стал сдавать какие-то звуки, потом так думаю, хуй с ним, я его убрал, во второй канал включаю, точно так же, вот в другой день, хуяк, второй канал начал сдавать звуки. Я думаю, вот пиздец, я лишился двух каналов, примерно только четыре осталось. А потом я понял, да, что это охуительно, что так получилось. Лепидрический ток. Какое-то на батарее там было видно статическое напряжение, куда-то хуй знает что, и чуть-чуть там микросхемы на входах немножко, видно, поднаивнили слегка. Ну, уже сколько, лет шесть или семь. Работает так. А я не так давно только понял, какой это кайф, что там можно, в принципе, находить. Вначале мне показались эти звуки хуйня, типа какие-то однообразные, а потом начал ручки накручивать. Что-то там, блядь, найти можно. Ты знаешь, у меня такая история была в 1980-м или 79-м, или не помню, или в 82-м, но не важно. Короче, купил я первую свою педаль у Саши Путилина, самодельную. Она была переделана из полтавской примочки ФУС ВАУ-ВАУ. Я помню, да, она сама полтавская по себе охуенная. Зеленая такая, да. С двумя такими большими кнопками. Но Саша Путилин мне там за какую-то совсем смешную, практически за даром там,
сумму сделал педаль Уэсли. А тогда по тем временам Уэсли это было что-то. Но Уэсли вы знаете, что это такое. Это вентилятор, который перед вот динамиком, этот, Файзер, вот этот. Файзер, Уэсли вот из этой породы. И вот у меня, значит, там был Уэсли. И был какой-то совершенно странный подобие бустера или фуза. Ну что-то такое зудячее такое было. Кстати, очень неплохо. Я там вот эти все песни там первые там... Когда только еще никто не знал, что такое дисторшн. Ламповый аппарат. А в Полтаве самой, блядь, эти эффекты все есть. Там если педаль нажать, там под педалью кнопка, это дожать, знаю, кнопку знаю. Нажать, там включается вот эта вот. Вот эта волна. Что такого ядовито-зеленого цвета она была, цвета морской волны, такой чистой морской волны. И короче, что-то у меня в этой примочке поломалось. Ну, привычка это. Ремонтеры велосипедов и мопедов заставили меня взять отвертку, и я полез туда, значит, смотреть, что это такое. А там были такие пипочки, ну как резисторы маленькие, такие плоские. Да. Я туда засунул нечаянно, видимо, перестроил какую частоту, и она совершенно неожиданно стала издавать звук, натуральный звук пуль. Вот пули летят, вот это вот. Но она это делала тогда, когда хотела. То есть она была неуправляемая. Мне это безумно понравилось. И я был на концерт в кинотехникуме. Ну, такой, типа, день и вечер. Крутихи такие еще, без йоники. Мацака еще не было. Он еще к нам не пришел. И мы, значит, играем. И посреди песни такая стрельба пулеметная идет, понимаешь? А народ же там вообще в охренении, понимаешь? Чуваки говорят, не трогай эту примочку, пусть она вот так вот работает, ради бога, вот ты оставь ее такой, какой она есть. И я на ней долго играл, но потом же, как всегда, вот эта бедность заставляла она продавать нас инструменты, о чем я сейчас очень жалею, потому что если бы я все это говно не продавал, сейчас бы у меня там полон дом был раритетов. Но потом я изменил этой педали, я ее загнал в Васе Аполохова. А Вася мне в какой-то там на какие-то динамики на эту педаль выдал фусфейс круглый, как у Джимми Хендрикса, такой, с двумя ручками, серый, морда такая, фусфейс. И Максон, который вешался прямо вот сюда на гнездо, Максон бустер. Причем они, ну, фусфейс был нормальный, он издавал фузовый звук, такой отвратительный. Да, так. Этот бустер, кстати, потом как-то, блядь, ко мне попал. Он как-то был у тебя, потом он попал к Яше Петерсону. Куда-то его, а как он ко мне попал? Я не знаю, каким образом он к тебе попадал. У нас что-то только куда не попадало, понимаешь? Но он потом попал к Яше Петерсону, а Яша Петерсон долго на нем играл. Он даже туда какой-то жужжатель вставил и не знаю судьбу этой педали. Но тогда я был очень крут. У меня была японская Максон, вот этот бустер и Фусфейс. Британия настоящая. Сейчас бешеных денег стоит этот фусфейс. Я помню, что это было безумное говно. Да я его открывал, кстати. У меня коробочка там красивая, блядь. Все, короче, внутри там какая-то самопальная на советских транзисторах. Какая-то простейшая схемка стояла. Ну, это уже кто-то переставил, да. Он не настоящий был, потому что он издавал какие-то непотребные звуки. Он очень высоко поднимал высокую частоту. Задирал. Мне это очень нравилось. Это имитация акустической гитары была. И вот это вот как раз песня, вот это, где вы теперь мои прежние идолы, там потом вот. Вот этот с Харужем мы играли какую-то безумную песню, там забойную. У меня соляк, потом у Вовы соляк. У нас такие разные гитары совершенно безумные. И мы всем этим пользовались. Как же эта песня называлась? Уже не идолы. Такая лоховская песня. Но тогда это было круто, невероятно. Вот и. Ну потом я уже крутил. Мне привезли там педали новомодные. Какие-то. Я у Транса купил Heavy Metal Boss. Саша Кобяков привез из Америки. Вот этот замечательный Chorus FX. Этот додовский 65-й
Потом какие-то самодельные ревера у меня были, октаверы. Гена Еременко мне же сделал октавер. Все продавал, представляешь? Вот эта вот нищета, там, совсем не на что жить. Идешь, продаешь. А сейчас это же где-то у кого-то все валяется. Где-то в сарае. Там, блин, дворцы, короче, проходили фестивали. Называлась там песня там 78, ну, там. Конечно. Какие-то помню, там, да, разные, короче. И там этот фестиваль шел 2 недели. Короче, без перерыва. Блядь, я не знаю, там на ночь только перерыва не делали. Да. Каждая группа играла по 3 песни. Представь, сколько группы за 2 недели, эти группы быстро сменяли друг друга, по 3 песни играли. Первая песня должна обязательно быть патриотической, угу. Вторая песня лирической, а третья свободная. Типа, вот там на этой свободной все как раз и отрывались. Там Led Zeppelin, там Deep Purple. Ну, великая группа Отрада была. Да, да. Зяка, зяка. Великая группа. Это же, типа, я к нему ходил, там, первый, типа, учитель, да, типа, я там, мол, вообще в детстве ходил к нему, там, и, там, учиться, чувак. А потом я его, прикинь, встретил в армии, меня забрали. А он в ментовке же был. Да, меня забрали в Батайск на эту самую хуйню. Ну, как-то, что-то мы не очень, так, вроде, с ним, как у нас разница в возрасте это была, получается. Потому что меня забрали в Батайск, знаешь, эта хуйня там в Батайске. Ну, конечно, я ж там... А он там, короче, на воротах стоял ментом, понимаешь? Mm-hmm. Я такого привет, блядь. И он меня там выпускал, домой там ездил, короче, все там. Короче, нормально там, куда-то там в магазин бегал, короче. Ну, старше тебе или младше, я уже не помню. Да старше. Старше, да? Ну, что-то так похоже, что... А я недавно его на базаре с женой видел. Похоже, что не намного. Хотя мне казалось, что... Да не, ну, он года на 2 старше меня, не больше там. Хотя нам, когда мы играли вот на Шиферном, ну, да, у Васи там, и они ж там же играли от радость там на Шиферном. Нам, ну, казалось, что, блядь, они типа охуенно взрослые такие, пиздец уже такие вот, чуваки, да, как-то мы там, блядь. Ну это казалось. А потом, короче, они куда-то съебались, и мы там стали на танцах играть. Да, всякие там. Всякие там Криденс, там всякую хуйню играли. Короче. Ну там наркоманы собирались, короче, да им похую там, что там играют. А Криденса мы вещи играли, они же простые, блядь, помнишь? Да-да-да-да-да-да-да. Не, мы же эти песни не играли, у них есть, помнишь, у Криденса есть такие 30-минутные, блядь, на одном аккорде, блядь. Такие, вот я помню. Такие, не, мы это, мы даже... Это уже сложная песня. Нет, это просто не трогали, потому что нахуй, вот эти 30-минутные на одном аккорде, да. Ну да. Такой, бля, психодел, как раз там то, что и надо было. Ну как, да. Как зарядил там. Наркотики, да. И там Джон Фагерти. И все там и все на реке там же взрывали прям там в зале косяки, потом подходят, блядь, чуваки, охуительно, блядь. Там пиздец, вот это долбит, блядь. И мы там раз, ага, так хочу их играть, их-то играть проще простого эти вещи. А это же Шиферный завод, это был расплодник, вот мракобесие такого, андеграунд такой. Мракобесие, гремучка там. Район такой же. Шиферный район, да. Это родина, что ты. Там, блядь, я как-то, кстати, ну сука, 2 года, может, назад туда пошел, знаешь, где родник, там, где с бассейнами, с 2 бассейнами. Ну, гремучка моя, нифига. И там, короче, ну вот, наша как бы здесь считалась, вот по международной туда. Ну да. А это там, блядь. Короче. Я туда пошел, блядь. И зашел. Я не знаю, работает этот завод сейчас или нет. Какой? Ну, Шиферный. Ну так я туда пошел. Ну, конечно, работает. Я пошел. А я не знаю, я пошел туда. Там, блядь, сука, можно, блядь, сталкера снимать один в один. Там пиздец. Да. Такое все запустение, какие-то склады, ветки железной дороги подходят прямо на завод. Да. Мешки с цементом. Стоят вагоны, все покрытое, блядь, цементной пылью, блядь. Ну там, сука, пиздец, мужик, кино, блядь, такое снять. Там сталкер, блядь, если кто-то Тараковский бы увидел этот, блядь, это склад, он бы охуел. Вот вообще. Я не знаю как, я Шиферный знаю наизусть. Мы туда ходили в баню, купались в душевой. Дома ж бани-то не было, купались либо в баню ходили, деньги надо платить, там 15 копеек. Либо к бабушке на квартиру ездил, там в ванной купался, там раз в неделю. А так, ну летом как? Обычно там в Дону купаешься, идешь там душевые для работяг. И вот мы там как дети купали. А купались еще почему? У нас было любимое занятие. Мы катались по конвейеру, по которым цементные мешки ходят.
И мы там в трусах раздевали. Ну, трусы эти можно было потом выбрасывать, потому что, ну, когда ты катаешься по конвейеру вниз, а потом идешь в душевую, стираешь эти трусы, и они каменеют. Когда ты домой приходишь, уже у тебя яйца там начинают скрести какие-то там чудовищные крокодилы. Вот, и шиферный завод, я помню, вот когда мы уже переехали, а у меня осталась там квартира. У меня из моей квартиры, из моего дома, течет сама гремучка. Вот это родник, там подвал заходишь, и вот когда там наводнение какое-то происходит, видимо, вода поднимается, и в подвалах начинает появляться натурально эта вода. Поэтому я говорю, что гремучка течет из моего дома. Там у нас два двухэтажных дома было, соседи, Посиделовы тоже, однофамильцы. И Шкуратовые. И вот мы там два дома, мы на втором этаже, на первом там Сашка Дедюхин жил. Вот, ну так, ну две семьи, просто две, три семьи, три там еще были Посиделовы, вот там они, как бы их много там было, бабушка, дедушка, два сына, жены там и все остальное. Вот, и когда мы уже, день и вечер был, а мы... Мама переехала сюда к бабушке с дедушкой, вот в квартире, где я сейчас живу. А дом этот остался, и мы его никак не могли продать, мы его не могли там каким-то образом приватизировать. Ну тогда, знаешь, при Салке там, 80-й или 79-й год, всех же наебывали. Мы там со слезами выбили эти документы, продали там что-то за 1000 рублей этот дом четырехкомнатный, там с кухней, со всеми делами. Удобств там, естественно, никаких не было. Ну сарайные такие. Чисто донской вариант. Туалет во дворе, вода в колонке и в роднике. И вот этот дом у меня остался. Я туда девушек водил по молодости лет. Девушки, правда, от страха сразу там утекали. Быстро-быстро. Вот. И мы там часто, хата была пустая, она пустовала. Что-то по какой-то причине мы не могли ее сдать. Или что-то там какие-то... Только какие-то там студенты жили. Эти студенты выпросили у мамы огромное количество икон, и она как дура просто отдала их вот так. А там были иконы, но вот такого размера, там ну, натуральные старинные иконы бабушкины. Вот. И она их просто просрала. Ну, оно же все по глупости просирается в жизни. Там. Продаешь какую-нибудь гитару, потом всю жизнь жалеешь, что ты дурак, блядь, ее продал. И... Кстати, твоя гитара... Ну, как... на тот момент оно так надо было, значит. Ну я помню, ты купил этот ариранж, который я у Вова Харужи выманил, ободрал. Он был черный, ну чисто гипсоновый такой. Да, ну это все ж молодость. Молод. Я там сезонно вообще поработал, у меня денег дурон, там много тысяч. Да, и ты напильником ее обчуханил. За две, что ли, я купил. Было за дорого. Ну, какие-то, я, да, я дорого, это фирменная английская гитара, нифига себе. Я купил в ресторане вот здесь Черемушка, играл. Чувак, он преподаватель был в училище мой, понимаешь, вот это, блядь, это я его просто знаю, типа, я пришел, я тебя, была пиздец, вообще полный, блядь, я там, ну, с весны, там, с ранней весны до поздней, до, ну, до зимы, там, в Сочи еще торговал этими так обменами. Я знаю, у кого эта гитара, я вот хочу ее выманить, туда ж Вова вставил флойд-ройс. Да, он когда начал вставлять, вот ты ж помнишь, что там произошло? Они же выпилили когда, и потом только стало понятно, что она внутри там когда и 16 каких-то слоев. Она полая, да. И там да, внутри да. Старинный вариант. Внутри какие-то полости у нее там какие-то да, хитрые. Да. Они охуели, типа, а как ставить, она же там куда-то там прицепить пружину там все. Да. В общем, что-то мудрили. Не, там. Ну мы поставили Демарцио туда, датчик хороший, ПАВ Демарцио. И как раз мы два фирменных датчика американских купили, свой я Super Distortion. Ну, а сейчас он же у меня в друзьях ВКонтакте, если я так слежу иногда там, смотрю, ну, да. Что там выкладывают. Я когда то ли когда рок-н-ролл играю, там такой, да, да, рокобильные дела. Попсовый какой-то такой, смотрю, то на корабле на каком-то, то еще ну, такой, как кабацкий вариант. Хорошо, они чувствуют и в Британию, в Америку они ездят, и в Испанию, там у них такое. Да, я что смотрю, там то в каком-то кабаке, там, то на корабле, там, думаю, ну, может там зарабатывает бабки. Там. А он так, по-моему, татуировки делает. По-моему, он этим зарабатывает. Раньше он же в магазинах работал музыкально. А что, сейчас он нету, блядь, поживиться чисто вот эти рок-н-ролльные дела там у него, ну как бы все в рок-н-ролле есть. Ну, Гума ко мне в гости приезжал, вот видел.
Квартира, машина, студия большая. А что вы делаете, собственно? А? Вы только студия там зарабатываете. Студия зарабатывает, причем я так понял, что очень серьезные деньги.